Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, короче, вот это надо убирать уже. Видите, он бонус имеет против коляски, так еще и я на болоте стою. Блин, забирать, не забирать. Подожди, нет, дайте я постою, наверное. Ой, Михаил тут. Прям все пришли. Что-то еще? А это Пангея? Да. Да, там в том же месте, где мы с тобой встретились, я еще и канадца встретил. Ну, а его существование я знаю. Давайте, поселенца. А, блин, я ж плантации. Да, господи, что со мной не так? Еще мне надо их ускорить. Я их мог бы ускорить, но у меня, блин, все рабочие где-то не в том месте, где надо. Давайте-ка я рыбу лучше обработаю пока. У меня нету денег покупать клетки. О, тут ГГшка уже даже какая-то есть. Так, ну мне надо в эту сторону. Я хочу все-таки дождаться следующей эпохи. Я явно не могу... Меликанис, убери, пожалуйста, разведчика. Так, а как следующая клетка будет добавляться? Жемчуг как раз. Блин, короче, я тут тупо этим рабочим ходил. Надо идти обрабатывать пшеницу. Тут, несомненно, надо... Блин, военную традицию надо откладывать. Трудовую повинность. Давайте письменность откроем. Или в астрологию. Может попробовать Стоунхендж? Как бы вера не помешает. Я вот здесь вполне могу Стоунхендж бахнуть. Рядом с камнем. Где он? Брюксель. Кстати, странная фигня. У меня железка заспавнилась на том месте, где я до этого просто поставил рудник. И обработка железа ускорилась, а колесо нет. Потому что колесо подразумевает, когда ты поставишь рудник, то есть в момент постановки. А, там типа просто имеете рудник, получается? И да. Хотя нет, в обработке тоже написано «постройте железный рудник». Ну у тебя же железный рудник есть? Я думаю, раньше оно, кстати, не работало, если появлялся железо. Просто это немножко дисбалансно получалось, потому что у тебя железа, извини, не так много. А рудник на ресурсе ты можешь много где поставить. А, ну, в принципе, да. Я пока не буду атаковать. Давайте я местами их поменяю. Скаутом туда пойду. Так, где я тут хочу город ставить? То, что я тут точно его хочу ставить, это... Топудово в Брюссель пока не хочу отправлять. Так, сколько тут стоит купить эту клетку? 50.
либо тут. Я либо тут хочу, либо тут. То есть тут я уже один город только. С другой стороны, вот если я здесь поставлю, то еще город, например, здесь влазит. Но здесь будет солидный город. То есть он достает и до этих лошадей, и до этих, и до... Да, наверное, слушайте, сюда поставлю. Привет, Британия. Здрасте. Слушайте, а может тогда не здесь ставить, а уже прямо на озеро сразу идти? Блин, там варвары появились. Все в нормальный век вышли. Так, военную традицию открыли. Полководцы, кавалерия, наверное, пока оставлю так, как есть все. Да, пойду, наверное, сюда. На озеро, пожалуй, вот сюда поставлю. Стоим, ждем. Успеваю ходить на автомат. Блин. Тут, наверное, надо уже выкупить эту клетку. Любой специализированный район. А я могу уже... военный лагерь построить, да. Круто. Так, давайте, наверное, строителя пока... Стоим, ждем. Теперь рыба добавляет. Короче, надо вот тут встать. Потому что так, если одним ходом смогу либо эту клетку, либо ту обработать. Колесо. Хотя, может, лучше письменность. Давайте вообще я орошение начну. Нет, собственно, следующим ходом ускорю. И плантации откроются. Меню я тут автомат. Давайте-ка немного порастем. Не, в принципе, уже хорошие клетки, мне тут нравятся. Да, ромашка где-то вот тут. Вот в этом месте должна быть. То есть правительственная площадь, город куда-то сюда. Будем, что правда, оливки вон есть. Вот сюда куда-то город надо будет ставить. Так, лучники идут на помощь поселенцу. Да, вот именно так и пойдем, да. Через лагерь варваров поселенец у нас пойдет. Блин, а где вообще территория? Да, короче, с этими ребятами можно по поводу них не беспокоиться, я так понимаю.
блять, вообще у них армии нету. Один я что-то настроил, психанул. Кстати, мне бы еще апнуть. Пока мне не убили ни одного лучника, мне бы еще... Так, короче, мне деньги тут нужны, конечно. Один заряд, но я обработаю, если рыбы добавить, то я обработаю рыбу и пойду плантации ставить, потому что все-таки дополнительные счастья, ведь тут со счастьем постоянные проблемы. Тут, конечно, тут, кстати, город тоже очень хороший будет. Бананы, два трюфеля, три нефрита. Что-нибудь меняем. Может, пока на чудеса вот так поставить. Что-то как-то я опасно тут по селам хожу. Ладно, давайте так встанем. Пингалу не прокачал. Саладин, ты бы хоть сказал предложение. Ну, сюда я вот этого поселенца поведу. Мне надо уже Рим, наверное, отращивать. И я больше, кстати, прям офигительных таких мест уже и не вижу. Так, тут пока постою, полечусь. Клетку тоже покупать. Так, давайте-ка я пойду. С защитой. Не знаю, под баней это. Не под баней, мне вообще стены надо построить еще. Но вообще вот это можно вырубить. Пускай. А этим рабочим, с этим поселом пойду нефрит сразу обрабатывать. Политическая философия. Просто... Один город-государство, в принципе, был встречен мною. Просто всего лишь один. Тут вот грустные места. То есть я вот тут город поставлю, а... Пфф, тут что? Ради чего? Ну, пока 5 городов будет, да? Что там с религией? Протестантизм уже при Канаде. Трудовая дисциплина. Ну, это круто. Это круто. Что там по великим людям? Еще один пророка набивает. Уже кто-то ученых. Ну, Англия, понятно, поставила свои гавани. Это вообще не удивительно.
Так, а Канада с Англией кого-нибудь еще встречали? Да. Честно говоря, почти полмира. Так, сколько ты еще не встретил? Троих. Так, Оракул, хорошо. Что не Стоунхендж? То бы я расстроился. Ну, про атакую просто покачать скаута немного, почему нет? Слышь, финикийца, ты на море, у тебя же справа ничего нет? А, вот где у нас Англия. Мастер справа. Нет, там дальше еще континент идет. И Инг тут еще. Справа прохода. Привет, Рим. Здорово, здорово. Ну, короче, тут я город уже не хочу ставить, да? Я уже хочу вот здесь. Ну, Англия, очевидно, далеко. То есть еще тут такой проход. Просто на море не ставь города и все. Ну вот у меня на море есть, но он, не знаю, у него он в другую сторону даже сидит. Так что вообще не страшно. Можно спокойно тут тусить. Тусиво зутрится такой. О, Фантом. Речка. Так, давайте думать, что нам тут дальше ускорять, открывать. Ну, мне стены нужны. Все в обычный век мы выходим. Ресурс для добычи. Три разных рая. Вообще, что-то без района. Мне бы, кстати, караванчик. И открыть, где коммерческий район. А, блин, так там, да, вот против юнитов ближнего боя, это я там кавалерию прокачивал. Конечно же. Вот тут против юнитов ближнего боя потерпим. Так, ну что нам дальше? Навигация по звездам. Давайте, наверное, письменность откроем, пускай будет. Нужна ли мне водяная мельница? Я думаю, нужна. Потом навигацию по звездам, пока вот так. Три разных спецрайона. Но мне тут лететь в легионы нету смысла. Я бы даже бани... Мне бани хочется больше открыть и поставить, чем легион. Потому что ну, у меня нету соседей. Такое везука-базука, не знаю. Так, что у нас, кстати, по городам? У Англии 3, у инков 4, у Канады 3. Салвуем религию. Храмы и святилища производят культуры столько же, сколько и веры. Кстати, наверное, да. И я вместо этих, вместо театралок буду святилища, святые места строить. Так, а тут... Защитник, кто-то на меня нападать будет. Церковная десятина... А где ГГшки все, я не могу понять. Что-то я три нашел. Я только одну нашел. А сколько их тут всего? Ну, 12 должно быть. А где они все? Раз, два, три, четыре, пять. Я пять нашел. Я четыре.
информацию могу продать. По я вообще, рядом со мной вообще ни одной. Я за 3-9 земель там нашел одну и еще одну. Не уверен, конечно, но... Нет, смотрите, за разумную цену, я скажу так, даже поторговаться могу. Хорошему человеку скидку сделать. Очень соблазнительно это все звучит, просто я не могу удержаться. Ну, так, а ты кто? Америка. Ах, я блин, далеко. Вот это вот проблема в том, что мы с тобой еще не встретились. И ты, ну, видимо, тем более. За Финикией, вот, а мне через нее пробегать, у меня там нету юнитов. Блин, канадец должен раз все исследовать. Неужели вот это вот все полуостров, тут никого не будет? А, даже так? Блин, а я думал, сейчас смогу город построить. Это неудачно. Так, античную республику. Это можно убирать. Давайте... А нужны ли мне поселенцы? Подождите. Я думаю, нет. Давайте против варваров хочу поставить. Дальше. Строители. Покупка клеток. Ну, я там вроде уже... Нет, давайте покупку клеток, кстати. В новых городах точно надо будет покупать. Ух ты. Вот это тут хорошее чудо, Михаил, да? Да. Далеко, правда, но... Приятненькое. Успел драму и поэзию. Что-то я чуть-чуть не успеваю уходить. Да. Тут таймер побыстрее. Ну, мне, слава богу, канадец не может войну просто так объявить. Поэтому... Так, тут, наверное, драму и поэзию откроем. Или пожидали военную подготовку. Бонус соседства для кампуса, не драму и поэзию пока. Ой, тут нас обстреливать начали. Пожалуй, отойдем. Давайте в Ореции... Нет, как-то долго стены. Давайте в Риме стены. После каравана. Почему они сразу с минус единицы все начинают? Хотя тут, в общем-то, у меня нормально уже ресурсов. А... Между прочим. Канада предложение. О, Митла. Митла фигитла. Я пока никуда не буду отправлять. Ну, просто они пока не работают. Послы, я лучше понакоплю, подумаю. Даже не знаю, где еще города ставить.
Наверное, куда-то сюда все-таки надо под Везувий. И тут, в принципе, янтарь есть. Ну, как-то очень много территории остается тогда. Да, елки. Отвали. Пообстреливай вот скаута. В Брюссель. Через Везувий. Там варвары. Ну, мне просто дороги в мои города не нужны. Канадец. Ладно, давайте отправим. Служба, дружба. Можно одолжить, погонять? Верну. Спасибо. Так, я хочу посмотреть, где у нас деньги. А, вот они. Давайте сначала навигацию по звездам, потому что ванцы очень хорошие. Этот встанет. Порт. О, у нас тут инк снизу, ничего себе. Вот это неожиданно. Кстати. Так, давайте, наверное, предварительно тут у нас правительственная площадь. Соответственно, наверное, сюда мы центр коммерции ставим. Сваливаем. Флегрейские поля. Да, слушайте, не ожидал я тут инка увидеть. А я думал, тут просто что-то конец будет и все. Театралка, амфитеатр, литературная традиция. Ну, давайте пока военную подготовку. Здание строителей. Я вообще строителей строю. Ну да, да, у меня в трех городах строителей. Так менять не буду. Против варваров тоже оставлю. Покупка клеток. Блин, кстати, вот тут кампус был бы... А, ну на плюс 3 уже пофигу, честно говоря. Тут плюс 2, плюс 3 не особо влияет. Вот плюс 4, да. Теперь важно. Вообще все равно надо как-то придумать, что с кампусами делать. Да и священные места мне бы поставить. Ну, кампусы вот тут, например, ставятся в этих двух городах. Михаил, мне тут твой скаут мешается. Где? Ну, уберу в следующем ходу. Я не могу никогда этих варваров добежать. Хорошо, уберу. А, надо было в эту клетку встать. Плюс 10 было, да ё-моё. Так, валим.
Я спал, посажу сверху. Так, где у нас баня? Угу. Водяная мельница нужна. Так, 6, 4, 3, 2. Правительственный пол. Где-то надо священные места мне ставить, кстати. То есть рядом с Везувием и рядом с источником вечной молодости. Плюс 10 к исцелению на любой территории. Если бы они получали плюс 10 к исцелению даже во время движения. Блин, а может мне здесь поставить лучше город? До оливок-то я в любом случае дотянусь, зато он не будет затапливаться. Да, давайте так, наверное. Возвращаю. Так, с кем-нибудь поторговать. Ма. Жаль. Ну, обратно высажусь тут. Так, апну наконец, чтобы машиностроение увидеть. О, у нас учить, слушайте. Так это прям кайф, правда, я не вижу, какое тут. Но я вот сюда пойду, и потом тут в ученичество недалеко. Отлично. Мне бы, правда, дамбы найти. Бани-то ладно, дамбы где? Ой, это что, новая мета стала брать в религиях сразу домики? Они там крестовые походы, защитники веры. А у меня просто тут что-то рядом, как бы, никого. Поэтому... Кто хочет, может взять... Не на кого крестовым походом идти, представляешь? Может тут сразу с гавани начать? Так, как вот этого тараканчика поймать? Может подставить ему рабочего? Так, а что мы тут будем делать? Ну... Промышленная зона у нас вот здесь скорее будет. Значит, вот здесь у нас бани. Блин, тогда я бы центр коммерции вот тут строил. Хотя ладно, и тут нормально будет. Военные мощи.
или там разве? Ага, судостроение. Так, мне галеры нужны. Сейчас будет карточку на галеры, поменяю ванцами, надо две галеры построить. Так, так, против варваров. Блин, не позарился на рабочего, представляете? Тридцать одна боевая мощь у Англии, ну очевидно, что на кого сейчас нападать будет. На своем континенте зачем? Есть митлы, которые можно забрать. Митла фигитла. Ну вот я тоже так подумал и... Там еще квест не очень такой. Подумал ты или охота крепкая? На этот раз я. Так, ну пошли в оборонительную тактику. Теология пока мне не нужна. Так, Аппадана. Сергей, друг мой сердечный. Скажи, как дружба закончит. Будем воевать? Американец. Ты так, это Сладин? Да нет, да. Давай дружно поживем. Просто тут у меня американец 148 сил слева. Не хочу на два фронта. Добро. Ну еще хорошо, мне вот тут города надо ставить. Очевидно, потому что тут какие-то места совсем грустные. Ребята, вы когда предложение кидаете, вы хотя бы говорите. Я только вот только-только кинул. Я вот только-только его увидел прям под конец хода. Ну, даже если бы на следующий ход, ничего страшного. Кстати, а что там ни у кого ресурсы? Что у всех по одному? Инк, англичанин. Год торговать. Кстати, мне вот этих надо трюфелей обрабатывать. Межпантеон на это дело. Ну, наконец-то, господи. Убили. Блин, а может лесопилки построить лучше? Алексей, предложение. Да, я хочу инка посмотреть. Инка 75 силы. Ух, на тигре какие красивые клетки. Где именно? Река Тигр и Рима рядом с этим. Может, Тибр? Тигр. Тигр? Могу принц кинуть. Но это будет нехорошо. Тибр около меня? Нет, около Саладина. А, около Саладина. Я еще не встретил. Да, понял. Там должен... А Ефрата там нету? Ну, реки. Ади Ханифа. И рядом с тигром Эр Рима. Так, надо бы города проверить. Блин, я карточку хотел, ё-моё, на... Мне реально надо ускорить судостроение, несомненно. Давайте я, наверное, даже потрачу сейчас опять деньги, чтобы поставить карточку и две галеры построить. Это важнее, чем... верфи. Тем более, что мне с варварами тут плюс 5 пока не надо. Покупка клеток. Я, наверное, оставлю. Четыре хода галеры, да? Тут.
Давайте я лучше так сделаю, что... Что так 4, что так 4, но зато оттуда она, во-первых, быстрее поплывет в эту сторону, что я одну сюда хочу, другую туда, а во-вторых, тут быстрее начнется гавань строиться. Прощай, Митло-фигитло. Три разных спецрайона. Это, например, коммерческий, ну, кстати, правительственную надо будет, да. Я, может, даже рынок тут куплю сразу в Риме, чтобы начать спокойно бани строить. Бани — классный район. Рим, дружбу принешь? Да, конечно. Всегда да. Дают дополнительный плюс 2 к жилью и плюс 1 к довольству. Предотвращать, ну, засухи это ладно. Чтоб все слышали. Прям наорал. Наорал на бедную Викторию. Кстати, да. Инк предложение. Короче, я сказал, что в Риме куплю рынок. 240, да. Следующим ходом куплю. Хочу сейчас отложить производство, чтобы сразу начать с бань тут. Откладываем. Ну, я бы и вареции, кстати, отложил. Тут, кстати, баня вот сюда. Блин, тогда не получится отложить, потому что надо вырубить. Сюда баня, потому что производственный район сюда будет. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!